Ну вот мы продолжаем экскурсию. Александр Григорьевич тут находит места такие живописные. Вот, смотрите, какой тут бурный поток с таким характерным запахом вливается. Вот наша матушка природа, ну, нам многое, что мы, наверное, от величия одной шестой части суши мы ее не ценим. Потому что здесь можно было сделать, раскопать какие-то места за пруд, с рыбками. Ну, помнишь, когда проезжаешь ты по границе волевой, любую возможность используют, в том же Израиле, в Турции, чтобы как-то это место зарыбить, обыграть. А у нас... Ну, я помню, вот, как, допустим, мы смотрели на Кипре, там, форелевая ферма. Вот, смотрите. По идее, это родниковая, это все вода, источник. Здесь в родники спускают фекальные воды. Вот все. Эти, все дома, это не столько много денег их расселить. И сделать, да, здесь и оставить родники чистые. На что сказали нам в департаменте природопользования и экологии, что нет денег. И золотые, слава Богомаза, нет денег, нет культуры, нет денег, нет спорта. Дорогие друзья, нет денег, нет экологии у нас.